Казахстанский кардиохирург Юрий Пя в ходе брифинга ВЦК прокомментировал скандал с изъятием органов у пациента в Актобе. Медик заверил, что решение об изъятии органов принимает независимая комиссия, не аффилированная с центром или врачами, которые в последующем будут проводить операцию по трансплантации. Он также отметил, что в вопросах пересадки органов эмоциям не место. Опираться нужно только на здравый смысл. Когда констатируется смерть мозга, это значит, это смерть человека. Человека уже нет, существует просто его физическое тело. Вот. И только в таком случае принимается решение о том, что пациент стал потенциальным донором. И смерть констатирует не один человек, а это комиссионно, независимо. Трансплантация, и она никак не противоречит религиозным взглядам той или иной конфессии. Если, скажем, технологии наши позволяют это делать, то это нужно делать. И если у вас есть возможность помочь нуждающимся, и вы это не сделали, это тоже, я считаю, что ваше упущение, что вы это не смогли сделать. Что кто-то нуждался в органах, и эти органы ушли в землю, и вы не помогли. Может быть, с этой точки зрения еще посмотреть? По данным Минздрава, на 1 июня в Казахстане более 3500 человек нуждается в пересадке органов. Почек, сердца, печени, легких. Среди них есть и дети. Однако ввиду отсутствия в нашей стране закона о заборе донорских органов у детей, маленьких пациентов готовят к операции в Индии. Отмечу, что трансплантация органов в Казахстане оплачивается за счет государства. К примеру, операция по трансплантации сердца стоит от 20 до 25 миллионов тенге.